Вітаю вас у студії медіахолдингу відкритий. Це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Респіраторні захворювання турбують кожного року майже усіх людей. Як знайти дієвий спосіб лікування і найголовніше профілактики? Саме з цим питанням звертаємось до лікарки, яка, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Ілона Орел, заступниця головного лікаря лікувально-діагностичного центру незалежної лабораторії, лікарка-терапевтка вищої категорії. Пані Ілоно, добрий день і. Расскажите, будь ласка, от сейчас мы находимся в зоне ризику, и мы все. Дуже боїмося захворіти і на ковід, і не хотілося б лікуватися потім від ГРВІ. Але насправді все це нас турбує, бо ми не знаємо, що насправді очікувати чого чекати від цього сезону, чого чекати взагалі від вірусних захворювань. Тож як розрізнити і як можна точно і впевнено зрозуміти, що з вами лише ГРВІ, наприклад, а цього менше бояться, бо є дієві методи лікування і. Что это не ковид? Добрый день, Юля. К сожалению, полностью отличить ковид от ОРВИ не нельзя. Почему? Потому что это и есть разновидность острой респираторной инфекции. Симптомы практически одинаковые: повышение температуры, головная боль, боль в горле, сухой кашель, иногда уже влажный кашель. Единственным отличием может быть просто э, очень тяжелое течение ковид, которое, как мы видим сейчас, начинает э, принимать большие обороты и э, очень часто, э, но не всегда это потеря обоняния и э, вкусовых э, чувств, то есть э, это то, что может хоть как-то так приблизительно сказать ковид это или не ковид, но э, Повністю атлічить невозможна, угу. тільки лабораторна діагностика в этом нам може допомогти. Грип, так кожного року, якраз в цей період починався грип, вже і люди готувалися вже до того, щоб ось він буде. То грип теж був досить таки небезпечним, і були від нього і смертельні випадки. Так, ми знаємо, що і минулого року, і позаминулого, тобто кожного року ось ця статистика була. З приводу цього року, от взагалі, чого боятися, і що ви могли б. Зараз прогнозувати як лікарка. Дело в том, что да, грипп, он, к сожалению, никуда не девается, и он опять начинает, э, начинает к нам приходить. И я думаю, что, к сожалению, в этом году, если будет такая смесь как грипп и ковид, то это будет не очень хорошо. Поэтому нам надо относиться более к себе, более бережно и соблюдать определенные правила, чтобы мы не смогли заболеть. Поэтому, Ми да. якраз для цього вас і запросили до нашої студії, щоб розібратися з цим питанням і дізнатися, які ускладнення бувають і від ГРВІ, і від грипу, від ковід. Що потрібно робити з організмом в першу чергу, аби цих ускладнень було менше? Значит, смотрите, осложнения, они одинаковые. Это в первую очередь поражается дыхательная система, то есть это могут быть бронхиты, трахеиты, пневмонии. Может влиять так, точно так же на сердце, постинфекционные миокардиты, может быть и острые пиелонефриты на почки влиять, менингиты. То есть осложнения и гриппа, и ковида, они все очень тяжелые. Вот. И обычная ОРЗ да, может перейти и в более тяжелую стадию. Поэтому Поэтому нам очень важно иммунитет свой немножечко укрепить. Угу. А для того, чтобы укрепить иммунитет, нам в первую очередь нужно рациональное питание. Да, рациональное питание ⁇ это значит сбалансированное обязательно должно быть количество, необходимое количество белка и именно из белка, которое поступает с пищей, мы получаем э, строительный материал для э, антител, для наших антител. Вот и это должно быть где-то 100 грамм белка и, ну, приблизительно полтора грамма на э, килограмм веса человека. Он должен в сутки потреблять этого белка. Ну, если так вот на э, угу. звичную для нас мову и, скажем, сколько требам мяса, ну, например, Візьмемо м'ясо, бо білок, ми ну, mm -hmm. будемо розуміти, що це м'ясо, наприклад, так? Чи птиці, чи це можливо, це буде там свинина чи яловичина. От розкажіть mm -hmm. тоді, скільки грамів треба за один прийом з'їдати м'яса, mm -hmm. в яких пропорціях, чи зранку це, в яких кількостях, чи в обід, mm -hmm. чи ввечері, так, щоб імунна система працювала так, як потрібно. Ну, різниця це здійснюється в. Как бы нет, в какой прием э, употреблять белки. Единственное то, что диетологи все-таки рекомендуют, чтобы у нас завтрак был белковый, угу. вот, и в принципе ужин тоже был белковый. Где-то, э, ну вот если на, на вскидку, да, то есть 100 грамм мяса, это, ну, наверное, половинка обычного филе. Угу. Вот, это, наверное, будет где-то 100 грамм мяса. То есть э, ориентировочно так. Но и белок у нас есть в, в яйцах. В яйца. А вот два яйца съели? Да, так. да. Угу. Может быть, творог. Угу. тоже там есть белок. Люди, которые приверженцы вегетарианства, они должны понимать, что белок они должны получать точно так же, но это тогда будет растительный белок. Фасоля, это будет фасоль, вару, нут, так. да, бобовые, вот. Горихи, горихи же то не Оресь, Да, там орехи, справа. да, угу. это уже другое. Но ну по белку понятно, то есть это... Следующие угу. это жиры должны поступать к нам в определенном количестве, где-то около 30 грамм. Жира. Мы должны принимать ежедневно. Почему? Потому что жир входит в состав клеточных мембран. Клеточные мембраны, они являются как бы преградой поступления туда в вируса. И если эти мембраны укреплены и полностью хорошо нас защищают, вирус туда никогда не попадет. Угу. Вот. Поэтому 30 грамм это не скажется на фигуре, как мы здесь. Ну, вершковое масло может быть. масла, угу. оливковое масло. Угу. Это может быть авокадо кусочек какой-то вот это тут же уже э, вступают в орехи орехи <с так, <с да, уже да, жиры да. тики нам э, да, которые, покушни, нам которые mm -hmm. обязательно нам нужны это витамины это фрукты обязательно нужно съедать хотя бы какой-то фрукт ну, где-то 200 грамм фруктов э, рекомендуется в день Дубого. съедать да Норма. на сутки это может быть и апельсины сейчас это может быть и яблоки сейчас еще они недавно только эм, как бы поспели да, да. 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 поэтому содержание витаминов в них еще довольно достаточно много и это может быть мороженое какие-то фрукты это может быть черная смородина малина еще есть тоже можно употреблять вот поэтому обязательно фрукты они содержат и витамин С и другие витамины которые тоже тоже стимулирует иммунную систему витамин С он хорошо влияет в, на выработку интерферона собственного защитника который mm -hmm. тоже борется вместе с вирусами вот ну и э, остальные дальше уже идет хотела бы еще сказать о витамине D который мы тоже должны получать mm -hmm. так его зараз мало солнце да. меньше но и и день же короче так. день короче но витамин D казалось бы сейчас все говорят о витамине D но чем больше его исследуют тем больше понимают что все таки витамин D Хорошо влияет на иммунитет и защищает. И проводятся постоянные исследования людей, у которых снижено имму... количество витамина D. Они, они чаще болеют на острыми респираторными заболеваниями и тяжелее протекают. А що ж тоді робити, пані Лоно, Якщо ми вийдемо на вулицю, наприклад, в день, mm -hmm. і ми стоїмо на сонці, але вже воно таке, не, не таке яскраве, так, його ледь-ледь видно, але ультрафіолет ми все одно отримуємо. Скільки треба нам часу бути на сонці, аби Ось та добова норма вітаміну Д була у нас в порядку. Ну для активного перебування на сонце это достаточно 20 минут. Но это сейчас, к сожалению, это уже не такое солнце, вот яркое, и мы пользуемся все равно, это маленькие участки у нас остаются открытыми, это у нас лицо остается, да, и кисти. С кремом, да? и все, и поэтому мы уже не получаем количество витамина D, которое должно быть. И в пище, в том же сливочном масле, в том же морской рыбе тоже есть витамин D, но, к сожалению, мы его не так много используем, и uh -huh. так много мы не можем себе позволить, допустим, да, каждый день там съедать 400 грамм рыбы, а блокадры, так, чтобы для того, чтобы пополнить норму витамина Д, требовалось так 400 грамм. Да, морской uh -huh. морской рыба жирная, которая содержит все эти э, кислоты, в том числе витамин d. А тут еще вот. чем заменить? Ну, единственное, чем мы можем заменить, так это препаратами витамина D. Угу. Но я рекомендую э, вначале проверить свой уровень витамина D, сдать анализ на витамин D. И если там есть какая-то э, недостача, тогда угу. уже э, врач назначает другие дозы. Потому що так ми повинні принимать где-то до тисячі біліграм, ой, 1000 міжнародних єдиниць витамина D. Якщо там є нехватка, то значить эта доза долажна бути більша. Скажіть, будь ласка, це рекомендовано усім без виключення, так якщо нестача вітаміну D, то да. обов'язково для того, щоб перевірити, ну це більшість, мабуть, угу. людей. От страждає на нестачу вітаміна Д, то це треба здати аналіз крові. Чи да, аналіз так, крові, крові, да, спеціально є такі дослідження да, лабораторні, коли да. ми приходимо і просимо здати аналіз на аналіз Д да, на вітамін Д. Да, да. Вітамін Д. Да, да, зрозуміло. І там, коли в результат виходить, вже там референсне значення стоїть, і ви по своєму результату бачите, там є такі графи, «недостатньо», умеренный умеренный недостаток и достаточно витамина D то есть уже полно, полностью не надо ничего mm -hmm. дополнительно принимать. В даному випадку. Імуностимулятори. Ось ті, uh -huh. які на слуху, про які багато говорять, і м, є вони, там, наприклад, іхінацея, чи там ще якісь інші можуть бути рослинного походження, є просто е, такі препарати, е, про які теж зараз багато говорять. Чи ви їх рекомендуєте, і чи вони справді можуть покращити підвищити наш імунітет? Я не рекомендую ніякі імуностимулятори, тому що імунна система це настільки тонка грань, И в настоящий момент очень увеличилось количество э, аутоиммунных заболеваний. Это когда по какой-то причине наши анти наш организм начинает вырабатывать антитела к нашим собственным тканям. Mm -hmm. То есть это и Например, ревматоидный артрит это э, вырабатываются антитела к нашей соединительной ткани. Поэтому я никакие иммуностимуляторы не рекомендую принимать, тем более бесконтрольно, потому mm -hmm. что это очень тонкая грань. Когда э, иммунитет поднять и до, какого, до какой. Так, Там, якого треба уровня? знати точно, чи у вас в нормі імунна система, а то, до речі, чи є аналізи, які визначають рівень, скільки потрібно вам іще додати, чи навпаки, можливо, нічого і не треба робити. Ну, повністю таких аналізів, которые будуть говорити о том, що ви вот проверили і у вас імунітет відличний, mm. нету на даний момент. Потому що є, которые проверяют клієнтовий імунітет, але розшифровують їх только врач иммунолог. Або обычный человек не сможет понять об этом и мы, я рекомендую просто знать хотя бы состояние организма раз в год проверять, особенно вот перед осенне-зимним сезоном проверять клинический анализ крови, который покажет количество лейкоцитов, лейкоцитарную формулу. Угу. Это те, ну, те клетки. Ну, обычный анализ да. крови, который рекомендовано сдавать каждому людине один раз на год. Конечно. Так. И он покажет о том, какие у вас клетки, есть ли изменения в клеточном. Это же вот эти лейкоциты, это и есть наши клетки нашего иммунитета. Здесь же гемоглобин будет, ну, вот эти, этот клинический анализ, общий анализ мочи покажет, есть ли нарушение функции почек на данный момент. Угу. И все. Ну и, конечно, витамин D желательно. Перевірять, а все остальное больше не покаже ну аналізи, на жаль. ксажалінію панілоно з приводу профілактики, з приводу того, що потрібно їсти і як звертати увагу на стан свого організму, ми зрозуміли далі. Коли люди вже дізнаються, що у них, наприклад, підвищена температура 38,5, ну наприклад, угу. так до 38, угу. і починають тоді щось робити. І це, мабуть, усі, ну майже більшість, так? До виклику швидкої, це коли вже стало дуже зле. Людина може щось зробити, чи випити якісь препарати, чи може там безконтрольно приймати антибіотики. Ну, тобто, я думаю, вам краще знати, що люди роблять із собою, і, мабуть, вони потім приходять вже до вас. І е, починають лікуватись так, як потрібно. Ось м, з приводу того безконтрольного лікування. Розкажіть, чим це може обернутися для усіх для нас, і що ви рекомендуєте робити, якщо у вас підвищення температури? Так, да, дуже часто. Люди идут самостоятельно в аптеку, и они думают, что если они начнут принимать антибиотик с первого дня, то заболевание у них будет не неделю, а два дня, и он пойдет на работу. Но, к сожалению, это не так. Антибиотики сейчас принимают очень много бесконтрольно. Поэтому в дальнейшем, когда пациент приходит к нам, оказывается, он уже три антибиотика подряд попринимал, но лучше ему не стало. И когда возникает выбор у врача, Вже стаються только препарати, вже такі, котре в стаціонарі назначають. Тобто антибіотик виходить, налаштувався вже так. Є звикання до нього. Другий антибіотик вже побачив, що там дія не пройшла, і він. начинает работать иначе, и вам ничего не залишается, как рятувати уже леди, но от антибиотики в Да, дело в том, что микробы они как тараканы, да, когда мы начинали какие-то средства использовать, они к ним привыкали, и потом они просто на них не действовали. Вот точно так же и микробы, угу. поэтому они вырабатывают специальные ферменты, которые расщепляют эти антибиотики, и они просто на них не действуют. К сожалению, фармацевтическая наука она не такая, не так прогрессивно развивает и новые антибиотики синтезировать все сложнее и у нас остается этот перечень которым считай еще немножко и нам будет вообще тяжело работать угу. вот поэтому если вдруг кто-то заболел значит, не надо паниковать и пить сразу костями все лекарства нужно во-первых связаться со своим семейным врачом или терапевтом или педиатром с кем там с декларация или просто с каким-то врачом вот и не идти на работу это тоже очень важно, помните, раньше было, чтобы гриб другому не а приели, ну, да, угу. да, не, не выноси из дома гриб, да, угу. то это точно так же. И если повысилась температура, температуру до 39 сбивать не нужно, если вы нормально переносите, то есть нету судорог, рвоты, угу. каких-то галлюцинаций, да, немножко болит голова, да, немножко слабость лечь, полежать. Борется организм. Организм угу. борется, абсолютно верно. И если мы стараемся сразу давать 37 вот 37,2, я уже выпил там парацетамол и бупрофен, и я хочу, чтобы она у меня была 36,6, и я уже пойду на работу. Нет, к сожалению, это только ухудшит ситуацию. Организм должен побороться, во время температуры вырабатываются все интерфероны, все Другое дело, что когда уже высокая температура, 39,5, тогда уже использовать жаропонижающий препарат, это может быть и ибупрофен, это может быть и парацетамол в этом плане. И я еще не советую принимать никакие, если насморк, да, и вы можете его перетерпеть, но дыхание mm -hmm. носом не такое э, сильно э, затруднено, поэтому перетерпите, не надо сразу принимать назальные спреи. Почему? Потому что назальный спрей, он суживает сосуды, а э, когда сосуды расширены, клетки крови, иммунитета, выходят в слизистую, mm -hmm. и они Шигерша начинают будут. бороться mm -hmm. с вирусом. А так мы сосуды сузили клетки там остались и uh -huh. все и и все пациенты у меня которые они мы знают уже о том что сосудосуживающие только в крайней необходимости и только очень редко если там на ночь вообще uh -huh. невозможно спать тогда использовать у них насморк обычно не дает осложнений, не дает никаких гайморитов, фронтитов, он проходит быстрее и легче, если как можно меньше использовать судосуживающих средств, вот. Ну и э, не использовать препараты, остальные антибиотики уже дальше, это, это первая такая помощь, там обильное питье, угу. вот, побольше пить. И, Жаропоніжаю, какие то ну только в, в этом случае. а далі вже доктор буде смотрети і наблюдати. Тобто uh -huh. таке, якщо не на даний момент можливості зв'язатися з доктором, там какие-то виходить вечер... потім э, вот, да. ж, э, піти чи можливо викликати, якщо вже треба швидку. Звичайно, ми знаємо, в яких випадках викликати швидку. Це вже коли ми бачимо, що стан э, у людини. Это уже да. Это если уже э, одышка появляется, угу. какие-то такие симптомы более загруденной, Это тогда обязательно вызывается скорая. Но, к сожалению, у нас бывает очень часто, когда люди 37,5, и уже скорая, у меня же температура, к врачу я не хочу идти, или там такая. Угу. Вот, поэтому э, скорая помощь это на скорая помощь. Вот. А так обязательно, к врачу, обязательно. Першу допомогу ви собі оказали, ви там полежали. Обязательно, навіть не обов'язково йти к нему, созвониться з врачом і далі врач вже буде вас в телефонному режимі Да, Так, ні, далі скаже, нужно вам якісь противокашлі препарати угу. для ваших... Или не нужно. Пані Лоно, ну останнє запитання. Це угу. справді дуже важливо, тому що зараз паніка в людей. І коли хтось один захворів, приніс додому хворобу, то уся сім'я, вони вже. Думають, що їм робити, як їм вберегтись, і ось такі повинні бути якісь рекомендації від лікарів, що ж робити усій родині, коли хтось один приніс вірус. Вірус насправді не обирає. Якщо хтось один захворів, то ймовірно, що захворіє хтось іще з родини, і тоді можуть бути вже погані наслідки. Тоді, будь ласка, якщо можна коротко, розкажіть, як діяти в таких випадках? Ну, большому щоту, це потрібно, перше це ізолювати больного. и обеспечить его отдельной посудой, отдельным, отдельное полотенце, как можно чаще проветривать комнату, делать враж, влажную уборку, использовать маски когда он э, общается с кем-то из семьи, и, и тот, и второй человек обязательно одевают маски. Сейчас мы это уже, маски у нас уже обыденная вещь. Вот. И, и можно использовать точно так же обильное, э, рациональное питание, полноценный сон, хочу сказать еще очень, э, одну минуточку о том, что полноценный сон очень важен. Во время сна э, у нас происходит технический... Наша иммунная система проводит техосмотр нашего организма. Mm -hmm. И поэтому сон уже ну, ученые установили, что, что сон должен быть от 6 до 8 часов именно в темное время суток. И, э, или если нет темного времени суток, то тогда э, плотно зашторенные mm -hmm. окна почему-то. Да, мелатонин вырабатывается именно в темноте, а он тоже стимулирует иммунитет. Поэтому это а, тоже такое <laughs> важное наблюдение. От так, все зрозуміло. Я вам дуже дякую, пані Лоно, що прийшли сьогодні в нашої студії. Ми дізналися, що треба робити в першу чергу, як харчуватися, що не треба панікувати в жодному разі. Ну а звичайно, якщо вже сталася з вами неприємність і ви маєте високу температуру, одразу терміново треба телефонувати і в швидку, так і з'ясовувати, що ж з вами сталося з вашим лікарем. Так, лікар, який може оцінити, наскільки небезпечним може бути ваше захворювання. Тому mm. дякую дуже вам. Чекаємо вас іще у нашій студії і хочемо побажати усім нам здоров'я. Зустрінемось за декілька хвилин.